Ученики 7-й школы и их родители присоединились к всероссийской акции «Окна Победы». Последовать их примеру могут и другие колпашевцы. По сведениям администрации Томской области, акция стартовала 1 мая и продлится до 9 числа. Родители вместе с детьми могут украсить окна своего дома или квартиры рисунком о победе и словами благодарности ветеранам. Для этого, используя трафареты, кисти, краски, фломастеры или мелки, нужно сделать рисунок или аппликацию на военную тему, в том числе по мотивам книг и кинофильмов. Также можно отразить в рисунке участие своих родных в Великой Отечественной войне или использовать в рисунке символы победы. Ученики школы номер 7 украшают окна домов вместе с родителями, ведь в каждой семье есть родственники, которые пролили свою кровь, защищая будущее своих детей. Фотографии украшенного символами победы окна со словами благодарности можно выложить в соцсети с хэштегом «Окна Победы». К акции могут присоединиться государственные и муниципальные учреждения, предприятия, торговые центры и магазины, образовательные и общественные организации.